Сегодня 15 апреля. Заказ Тинадиаль сделал 26 марта. Вот за 19 дней прошла посылка. Это уже четвертая посылочка. Еще бандеролька. Сейчас глянем, что тут у нас. Обычно 17 дней проходили, но тут попало под выходные. В Киеве 2 дня держали, в Донецке задержали 2 дня. Запечатали хорошо, как она там внутри, но запечатана о как. Чуть помято, тут в пупырышках все хорошо, как всегда. Это кольца на пальце, чтобы похудеть. Это переходник на этот, на USB. Так, это закруточка на фотоаппарат. Ну, прислали, наверное, не ту, что я просил. Больше картридер на все виды карточек. Это какая-то брошка женская. Такой не знаю, не выписывал, наверное. О, это макрокольцо мне на фотоаппарат. Это у нас карточка на 4 гигабайта на фотоаппарат. О, это фильтр. Это рамочка под фильтр. Кольцо. И, наконец, будильник. Ага, еще одна. Еще вот одна пришла. Кольцо какое-то. Буква О. Еще одна пришла. Вот какая серьжка. Вот такая вот. Вроде все прошло. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Все прошло. 12. За 19 дней с Китая, Гонконг. Магазин Тинадиаль. Все, спасибо.